Во-первых, вопрос. Скажите, за жизнь или за любовь? За жизнь. За жизнь. За жизнь в любви. Да. То, что вместе попоем, или вы хотите послушать что-то для себя, или новое, или почти новое? Новое. Ух ты, неожиданно. Тогда, друзья, совершеннейшая премьера песни. Вот совершеннейшая премьера. Мы репетировали эту песню долго. Я сразу скажу, вот мне даже будет не стыдно. Я могу слова забыть. Я же уже дедушка, понимаешь? Слова могу забыть. Подскажите, если что, подпойте, да. Песня называется «Звезда кочевника». Это песня на русском языке, но она сочинена представителями нашей республики Бурятия, она очень-очень популярна у нас, и она передает, вот, понимаете, систему ценностей древних кочевых народов. Мне кажется, что в каждом россиянине чуть-чуть живет кочевник, я не прав. Вы же тоже кочевник. Да. Итак, песня называется «Звезда кочевника». Мужчине путь, а женщине очаг. И чтобы древний род мой не зачах, ради молю и заклинаю сына. Стрела летит, покуда жив мужчина. Ради молю и заклинаю сына. Стрела летит, покуда жив мужчина. Мужчине дух, а в женщине душа. Травинка держит небо, трепеща. Без очага, без милой, без любимой. Как одинокий смерч я над равниной. Без очага, без сына, без любимой. Как одинокий смерч я над равниной. Мужчине дым, а женщине огонь. И чтоб в бою мой не споткнулся конь, я должен знать, что юрту греет пламя. Как предками завещанное знамя. И я должен знать, что юрту греет пламя. Как предками завещанное знамя. Мужчине дух, а в женщине душа. Мужчине дым, а женщине огонь. В мужчине путь, а в женщине очаг.
спасибо. Премьера, друзья, премьера. Переврал несколько слов. Да. Спасибо. Ну как, почувствовали вот это дыхание степи, да? Традиционные вот эти вот они. Несколько слов, казалось бы, а вот значительная часть культуры, этики, что ли, вот кочевых монгольских народов, она вот в этой песне очень передается здорово. Ну это уже так, мои научные бредни.